Личное пространство каждому пассажиру. Первый плацкартный вагон нового образца подали к перрону. Поезд отправился из Ростова-на-Дону в Москву. Интерьер впечатляет. Выполнен в стиле хай-тек. Впрочем, давайте уже посмотрим видео. Никаких острых углов, все закруглено для безопасности пассажиров. Главное достоинство нового вагона – шторка на каждой полке, а еще мягкие толстые матрасы. Таких плацкарт пока всего 4. Только вот курсировать они будут сперва на юге и в центральной части России. Уже выехали в составе Ростов-Москва. Москва и Анапа-Москва. Когда суперсовременная техника появится в Челябинской области, пока неизвестно.